Съемочная группа программы «7 дней» совмещает полезное с полезным. Татьяна Тимошенко снимает репортаж о вакцинации и сама пришла сделать прививку. И для того, чтобы, собственно, обезопасить и себя, и людей, с которыми мы работаем, с которыми мы общаемся, я думаю, что это необходимо было сделать. Телеканал ТНВ предложил своим сотрудникам пройти коллективную вакцинацию. Сегодня в одной очереди встретились ведущие корреспонденты многих программ. Я думаю, что это хорошая идея, и чем больше людей примут для себя такое решение, тем лучше. Представьте, от вакцины может температура подняться, а от коронавируса умирают. Перед тем, как сделать прививку, осмотр у терапевта. Вакцина только тем, кто здоров. Вся процедура занимает несколько минут. Делаю. Все. Спасибо. Это только первый этап. Чтобы сформировался иммунитет от коронавируса, через 3 недели необходимо сделать повторную прививку. Коронавирусом человек заболеть во время вакцинации не может. Таких случаев, слава богу, не было. Но иммунитет формируется после введения 2 компонентов вакцины. Так, получив защиту от коронавируса, сотрудники ТНВ вернулись к своим профессиональным обязанностям. Процедура была совсем безболезненная, я ее практически не почувствовал никак. Я в этом году тоже сделала прививку от гриппа, и она протекала очень легко, без последствий. Вот эти полгода я практически не болею, и хочется надеяться, что такая же реакция будет и с вакциной «Спутник Ви». На сегодня в республике провакцинировались более 24 тысяч человек. Каждый пятый получил 2-ю дозу. Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.